Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Джек Шепард и Артур. Мы продолжаем играть в DayZ. Мы находимся на границе Гуглова. Поздоровайся с людьми, Джек Шепард. Всем привет, друзья. Какие-то мы сегодня контужены оба. Сегодня у нас понедельник. Я так понимаю, эта серия когда выйдет. Нам нужно двигаться вглубь территории. У нас не особо много жратвы. Кстати, что у нас там со жратвой? У меня одна фляжка с водой полная, одна пустая. У меня даже бинтов нет. У меня нет. Бутылочка Кока-Колы. Пистолет Макарова. Но у меня, кстати, есть. Давай я тебе дам два бинта. Так, подожди. Да, давай. Так. Ты их положил на пол? Так. Раз, два, угу. Они прям под тобой. Сейчас отойду. Я просто два из этого, из рюкзака перекладывал себе в инвентарь. Ага. Потому что в основном теперь я... Теперь нам осталось найти еду и воду. Ага. Так, ну прям вон там у нас Гуглова, и там куча зомби, и при этом ничего хорошего не видать. Поэтому мы ее чуть левее, может, обойдем. Давай. Так. Аккуратненько продвинемся. Кто первый пойдет? Вон к тем кустикам дальним. Давай я. Давай. Так, я чизи тут. Что, прям возьму. Так бежать, или я думаю, лучше? Да лучше вот так вот пока, потому что мы же не видим, что там за пригорком. Вдруг там 15 зомби дискотеку устроили. Да. А я уже... Ну пока что я вижу лишь овечку, и она пока не агрессивная. Так, ну что? А кстати, насчет новых... наработок для мода. Было бы клево, если бы они сделали, что зомби могли бы заражать животных, и те были бы там, не знаю, безумными. Безумная овечка. Все, можешь передвигаться. Ну, представляешь, ползешь такое, у нее такие красные дьявольские глаза в ночи и бегут на тебя. Да мне больше нравится, как в этом 28 недель спустя, где там чисто людей выкашивало. Как там от людей эти лошади тубумом убегали в одной. В первой, что ли, части. Лошади скачут, а там за ними бегут. Офигенный фильм. Да. Так, ты... Так, ты остался, я думал... Нет, ты... я тут рядом с тобой в кустиках. Что, давай в кустик в тот? Да, я прям за тобой. В какой кустик? Давай ты туда беги. Вчера ну вот, я... кустик прям перед тобой. Ну ладно, я пошел. И ты пошел. В итоге двое побежали. Так, а где у нас Гуглова? Что-то оно как-то потерялось. А Гуглова, вон, да, куда ты смотришь, чуть левее наверху. Вон, видишь, зомбаки ходят. Ага, все понял. Вон это, кусочек дома видно. Очень хреновое у нее расположение, к ней нужно подходить снизу, с низины. И когда придешь вплотную, уже увидишь, что там враги рядом с тобой. Так, я побежал, короче, вон туда, куда смотрел. Давай. А потом уже оттуда будем, там уже в разные стороны лес посадок полно, и оттуда уже будешь вести нас, куда нам идти дальше. Угу. Так, тут у нас заборчик, там спереди двое зомби. Вдалеке, очень далеко, справа. Так, ладно, я в этом кустике присяду, можешь идти. Вроде как безопасно все. Бегу. Очень удобно бежать вот так вот, с зажатой кнопкой вперед и крутить камерой с помощью Alt. Да, я так же делаю. То есть я всегда смогу смотреться. Точно так же поступаю. Справа вдалеке там не только два зомби, там еще какой-то гаражик. Но они обычно пустые вроде бы. Так, ну что, ты ориентируешься более-менее, куда сейчас пойдем? Прямо? Давай вон туда, продвинемся. Да, за мной. И будем чуть-чуть туда вон вправо идти, чтобы как бы идти чуть левее Гуглова и дальше проходить. Дальше там Яндексова будет, наверное, да? Наверное. Или Gmailова. Рамблерова. Gmailова. Просто Mailова. Так, ладно, мы опять в какую-то глушь попали. Так, давай перебежим через дорогу и вон к тем трем елочкам. Тихо. Я звуки какие-то посторонние слышу. У тебя, может, окно открыто, и там на улице кто-нибудь ездит? Потому что я слышу, как машины ездят. Нет, у меня как раз и закрыто. У меня тоже. Чего это был Нет. такой загул только что? Странно. Так, ну, блин.
Мне бы пушку Винчестер, потому что она гораздо тише этой. И вот тогда у нас уже была бы боеспособная единица. Ты бы издали прикрывал, а я бы Да. больше в упор шел. Хотя, конечно, она тоже шарашит только так и тоже привлечет до хрена внимания. Но. Ну нет, насколько я вот с ней успел побегать, она куда меньше заметна, чем. Но она, в принципе, чуть, ну, наверное, ну, не сильно намного громче, чем пистолет обыкновенный, по звуку. Ну, в 1.56 версии, когда я еще бегал. Сразу после нашей смерти. Сейчас, не знаю, может быть, пофиксили немножко. Так, ну давай теперь вон к тому здоровому дереву слева. Оно одно. Пойдем. Я думаю, вот так вот сейчас мы придем куда-то в район Зеленой горы как раз. Кстати, скоро шпиль, наверное, уже начнем видеть. Потому что рядом с Гуглом, насколько я помню, вроде как раз Дрожжиной, там Зеленогорск. Или я могу ошибаться, я не А, особо Зеленогорск, ориентируюсь. да, сейчас сзади нас где-то там остался. Так, ну-ка, тихо-тихо-тихо. Где-то вдалеке, сзади я видел какое-то странное движение. Если там кто и был. Смотрю, ничего не вижу пока. А, это птичка летала, блин, понятно. Птичка на фоне земли летала. Казалось, что кто-то Ладно. бегает быстро. Ладно. Так. Хорошо, что ты спокойно уравновешен, а то сейчас бы мы увидели, как в Red Dead Redemption птичка бы вниз так упала. Я думаю, ты бы попал, кстати. Давай вон там еще к четырем елочкам пойдем. Пойдем. Опять одновременно пошли. Ну тут довольно-таки вроде безопасно, Но там он тоже около того но. Но, есть, всегда завода есть было но. безопасно. Пока не убили нас, Здесь было всегда есть безопасно. но. Да нифига не безопасно, мы 20 минут с тобой слышали, как идут выстрелы, и почему-то все время хотели пойти в другую сторону, но в итоге шли туда, блин, где А ты с самого начала бандиты. говорил, что Я может не сидел. пойдем туда. Но пошли. А вот именно, я когда пересматривал всю, ну, твою уже версию, и так еще встали, так, и, ну, буквально минут за 5 до того, как нас убили, я говорю, может назад пойдем? Я говорю, не хочу туда идти. Ты говоришь, ну ладно, пойди, пошли в другую сторону. Да Потом, а может там все-таки в нет эту? И никого. пошли, блин, сдохли. Да, там нет никого. Пш-пш. А, побегайся, Господи Иисусе. Беги, беги. Кто? Где? Я такой, они меня валят. Беги, братюнь. Я-то думал, что ты видел, куда я пошел. И я думал, что ты знаешь, откуда я выбегу и откуда меня гасят. Потому я тебе даже не говорил, где они. Я думал, что ты знаешь. Блин, А ты ты... вправо развернулся, мимо домика прошел, сидел в асфальт, смотрел. Этот сервер просто идеален. На нем очень быстро пропадают надписи из чата. И вообще практически никакого пинга. То есть у нас с тобой связь просто отличная. Хардкор. Ну, хардкор, конечно, да, но с другой стороны. В принципе, я уже приучился. Вот если Нет, камеру я в убрать смысле говорю, резко. что наоборот. Если вот так вот не трясется Может быть, из-за камера. хардкора. Может быть. Но пока не Чат-то зайдешь и не убирают. узнаешь, хардкор, не хардкор. Поэтому, да, Да. ты, кстати, что-то пропадать начал. Да, есть такое. Там впереди то ли дорога, то ли чё-то. Как-то засвечена такая полоса. Дорога, да? Такая насыпная гравиевая. Да. Ну, думаю, будем держаться этого лесочка и особо отсюда не выходить. Мы движемся туда, куда нужно. Ну, мы вообще-то уже выходим из Так что лесочка. пока что все. Нет, я в смысле, вот сейчас мы так по краю его и будем идти вдаль. Ну, пойдем. И вон там уже какой-то населенный пункт. Или даже ангар. Нет, Мне это персонаж большой. запыхался. Большой населенный пункт. Я там вижу еще канистру. То есть не канистру, а цистерну. С бензином. Понятно. Только машин у нас все равно нет, так что толк-то нам от этого. Да. Опа, впереди ангар. Прямо Все-таки впереди? Сусанин ведь я. Прям на ангар вывел. В такой степи. Так, я тогда, пожалуй, ПМ Смотри, возьму. да. Если вдруг что начнется, А мне чтобы. нечего брать, у меня А ты тогда оставайся на тут револьвер пока. патронов больше нет. Ну, обычная тактика. Там, в принципе, только сзади я одного видел, а, ну, может, внутри, конечно, еще есть. Так, нет, вон там слева от Если ангара полезешь ходит на один. пузе, то тебя не заметят.
Не знаю, слева Так, один вот сейчас ты есть. у меня опять Так, ты подлаговал. слева от ангара один ходит Теперь ты точно. справа уже от меня. Блин, стоит идти, нет? По-моему, стоит. Блин, там прыгун еще один. По-моему, тоже стоит. Чем мы теряем? У нас все равно ничего нет. Но многие говорят, что мы должны рисковать, но... Вот тут как раз, по-моему, такая ситуация, когда рискнуть можно. Я жрать хочу, мне нужно жратвы найти. Ну, я сейчас еще не Мне хочу, но нужно и я попить, и поесть. вот уже... Да, у меня тоже красненькое такое. Ну, розовенькое более. Так, ладно, я ползу, давай там. Стреляй только в крайнем Давай, случае, я смотрю за тобой. если меня рвут, не стреляй. Если я уже скажу, что стреляй, мол, тогда только стреляй. Потому что ты стрельнешь, и все с округи побегут на тебя. Я лучше, Так, если... зомби тут ползет на другую сторону. Если меня сейчас заметят, я просто по обычной тактике поднимусь наверх туда. И буду их отстреливать. Там уже можно даже из слонобойки их прострелять будет. Ой, сколько вас тут, ёлка упала. Но в ангаре вроде никого. Вот это самое хорошее. Но самое печальное, Слева что сейчас чтобы в заметишь. ангар прям попасть, мне нужно будет встать на ноги. В этот момент я буду особо заметен. Да присядь просто. Так, тихо. В ангаре вроде вообще никого. Ой, ой, ой. Присядь, присядь, ты стоишь. О, Ой. прям на тебя справа. Давай, давай, аккуратненько наверх. Наверх аккуратненько. Так, а тут много всего хорошего, кстати говоря. Ну, немного, но что-то Это хорошее круто. есть. Тут, И с другой стороны, тактик тебе так. заползает Я лег. прыгунок, он один. Я лег и лежу. Возможно, он пройдет Он мимо. идет, я слежу за ним. Нет, он идет к лесенкам. Сидит в лесенке. Но если Он не подойдет знает, что ему вплотную, делать. я его грохну. Ладно, пока ждем. Осматривайся, что там есть, патроны или вещи какие-нибудь. Он в лесенке застрял, по-моему. Так, тут у нас не так много, я вижу. Но что-то есть. Здесь есть винчестер, самое главное. Вот что тут есть. Вот, Но наша тема. патронов к нему нет. Здесь есть патроны к Макару, вот этот, по-моему. Одна обойма есть, О, как хорошо. два флайера, есть один бинт. Это из того, что я вижу сейчас. Это я А сижу. еще с другой стороны ангара что-нибудь есть? Ну вот я как раз смотрю, что... Так, короче, я потихоньку буду продвигаться, потому что сколько так можно ждать? Он застрял, похоже. С моей стороны, куда я забрался... Попробуй его убить, потому что сейчас справа по дороге ползун, ну, аккуратненько, прыгунчик аккуратненько идет. Если он слишком близко подойдет, он уже услышит. А так ты сейчас убьешь, и никто, в принципе, не должен спалить. Хотя я не знаю, есть там кто за ангаром, нет. Решай пока сам. Так, я убил его. Теперь сижу, жду. Так. Пока что не спускаюсь. Ждем. Мой прыгунчик так и прыгает аккуратненько. Никаких этих нет. С моей стороны ангара, с левой ничего нет, вообще ничего. А с правой куча ништяков лежит. Хотя, может, там внизу что-то есть. Ладно, я спускаюсь. Круто. Давай. Там прыгунчик, кстати, прям недалеко от тебя, что-то я увидел. Я знаю, я смотрю на него. Он по дорожке прыгает аккуратненько, как зайчик. Прыг-скок, прыг-скок. Так, у этого что-то есть... У него пустая консервная банка. Так, бесполезно. Так, я ложусь и пополз. Это круто. Это нам поможет. Я пополз в ту сторону. Это один прыгает, другой ползает там внутри. Тут тоже что-то есть. Я вижу пустые банки. И там за ящиками. И тут тоже пустые банки, блин. Так, я поднимаюсь. Чекся. Я близко кого-то вижу. Вернее, не вижу, а слышу. Попрыгун, он хочет идти в ангар, хотя нет, вроде мимо идет. Хотя вроде бы. Что-то он какой-то непонятный вообще. Ну, никакой, вроде да? прыгает в сторону ангара, но не к воротам. Да, куда-то левее идет. Да, он прыгает левее. То есть для тебя он... Ну, короче, он мимо тебя сейчас пройдет просто. Сможешь выходить. Так, я взял себе винчестер. Сейчас мне нужно из инвентаря... У меня патроны к нему, по-моему, были.
У тебя есть Надеюсь. 1.866 патроны? Ой, у меня вообще ничего нет. То есть у меня есть магазины для Ли Энфилда две штуки. Так, а KZ у меня интересно. И два магазина для KZ. KZ, она, оказывается, правильно. Меня там поправили знатоки. Ну, KZ. Ну, блин, нам татар все равно. Короче, этот... Чизит куда-то пропала, не знаю. Когда я менял, она и у меня не да осталось. Как раз ты Винчестер взял. Нет, ну в смысле она на земле бы лежала. А так и вообще нет. А иногда оружие пропадает. Ну ладно. Так, берем бинт, еще один. Патроны КПМ, один. Сигнальные фаеры не беру, у меня их два, и у тебя их два. Толку-то нам от них. У меня три штуки, но... А в этих сигнальных фаерах 10 штук их вообще. Так что ну, для этого 30 хватит. Сигнальных фаеров нам хватит. И каждый из ты них горит еще. Потихоньку. Так, все, я начинаю выходить, убираться. Да, 10 минут. Пока не выходи. Теперь зомбарь идет прямо к выходу. Сиди, жди. Так, я поднимаюсь наверх. Жди, он идет. Медленно так, он так идет. В шапке-ушанке идет. Но он сейчас будет заходить, по-моему. Может, насквозь пройдет? Да, он заходит. Приляг. Лежу. Идет. Мимо прохода прям идет. Я слышу. И его. Уходит направо. Он прям под тобой сейчас должен быть. Смотрит на меня. Он прям на меня смотрит. Твою мать, он на меня смотрел. Охренеть. Так, подожди, я не понял, а что там такое наверху лежит? Так, ну он... А Тангар уже почти ушел. Подожди, а что там лежит? Я же там осматривал, там ничего не было. Или я что-то гоню? Не знаю, может что-нибудь появилось? Я хочу туда сходить. Блин, он ушел? Нет? Я сейчас спущусь, он на меня садится. Там деревья не очень видно, но ты лучше... Ты можешь передвигаться, но медленно. Моншер Тиман. Давай, давай. Из чата знакомых пишет, что отбивался в супермаркете от зомби. Нашел Энфилд. Везет, блин. И огромный рюкзак. Так, а здесь у нас... Какой-то. Здесь у нас... Офигеть, откуда она тут взялась? Я же тут только что лежал, когда этот был. Короче, здесь... Может, треснулась уже? Ли Энфилд и патроны к нему. Я хочу Ли Энфилд. Ну, я сейчас ее возьму. Не, так для него две обоймы. Так, блин, а как же... Подожди, ёлы-палы, блин, ну как так? Нет, теперь он мой уже останется. Потому что мое предыдущее оружие пропало. Я хотел их поменять вообще. Ну, вот, говорил. А давай я тебе это, снопу отдам. Ну давай, сейчас поменяемся, наверное, потому что мне снайперская больше нравится. С другой стороны, у нас уже как-то сыгрались мы, то что ты прикрываешь, я захожу. Ну не знаю, сейчас разберемся, короче, сейчас я тебе отдам, главное, чтобы она не пропала. Ну ладно, пока посмотрим. Если связка будет так работать, то... Так, я выхожу. Так. Вокруг ангара чисто, так что... Да, выходи. Ты у меня два раза по лестнице спустился. Ну вот это было круто. Все любители стелса, я думаю, сейчас сидели просто, как я, с замиранием. О, еще один зомби смотрит на меня. Че они все смотрят на меня? Прям в душу мне глядят. Нравишься. Ну да. Так, ну вроде спокойно. О, Энфилд. Давайте патронов на него накидаю. Блин, а куда оружие все девается? У меня и так два магазина, конечно, но лишними, я думаю, тогда не будут. Еще два магазина бери, пожалуйста. Так. Ну, тебе-то они все равно без... У тебя будет 40 патронов на него. Так, что-то я... Сейчас я как-то я не могу взять. А, вот теперь могу все. Так, ладно, это все хорошо. А ты мне на снопу скинь. Кстати, а у меня для Чезида это патроны остались, нет? Блин, да они полностью пропали вместе с винтовкой. Как я не понимаю, как это работает вообще? Да охренеть просто. У меня ни для этого не осталось работает патронов, ни для Винчестера, потому что все как-то... Да хрен знает, короче говоря. У меня к ней еще три магазина было и все пропали. Я не знаю, это дело патч, надо было надо. Ну блин, мы не знали. Да.
Так, ладно, куда мы шли, куда Ну что, идем? пошли теперь оббегать справа их. Справа там я вижу двух зомби, может слева? Или как, или слишком уж справа кругом обойдем? Нет, слишком уж справа. Давай так тогда. То есть вот кучки деревьев. Твою мать, там был и винчестер, и, блин, снайперка с патронами. Куда все пропадает? Меня это раздражает. Все пропало. Вот ты представляешь, ну, как теперь... я. Ну, в принципе, у меня был Ленфилд с 30 патронами. А я нашел на вышечке М4 с двумя рожками. Я думал, о, как раз, раз, ну, через день мы должны были с тобой начать снова снимать эту серию после смерти, да, я думал, вот, а кину себе в рюкзак, у меня был чешский рюкзак, думал, Блэку дам, у него там два рожка М4, это просто будет у нас мега убой, считай, сколько там в рожках-то патронов должно быть. Так, осторожно, мы к плюс у меня 30, подошли. И мы бы с тобой просто выносили всех. Ну да. Ну видишь, какая тут жизнь-то, блин. Ну, короче что, говоря... через забор сиганем? Да я просто обойду. И к домику. Тут обход есть. Короче, этот урок на будущее. Только в крайнем случае менять оружие, потому что предыдущее потеряет. Сначала выкинуть все на землю, а потом уже брать новое. Вот так будем да. действовать. Так, и теперь куда там, идем? Там, кстати, по-моему, ангар есть. Вот это, блин, поле мне вообще не вообще нравится. Вообще не нравится, вообще. Вообще. Давай кустику. Кустику. Вообще начальника. Какому кустику? Ты где там кустику вел? А, все понял. По заборчику вот. Идешь. Прям вдоль этой. Да-да-да. Все понятно. Вот на такой местности можно костер теперь вроде давай осмотримся. Разводить. Но мы рядом с населенным пунктом, как у нас на голову кто-нибудь не отреспаунился тут. Ну да. Так, ну ладно. Это ты перезарядился? Да, по крайней мере, у меня... Звук классный просто. Патронов, по крайней мере, до хрена. Так, ну что, туда вперед стоит идти, не стоит? Я там никого не вижу. Давай по кустикам пока пойдем. Ну, блин, мы жратвы же так и не нашли. Я к тому кустику убежал. А который... я думал, ты же говорил, что ты там нашел. Нет, я нашел бинт. Жратвы-то я не находил. Ну жратвы ладно, у давай нас... тогда ко мне. Нет. Так, подожди. Точно у меня нет жратвы? Нет, у меня жратвы нету. Че, куда к тебе? В любом случае, время идет. Так, ты уже перешел? Да, я уже. Я раньше тебя перешел. Давай тогда вот сюда налево. Подожди, а вдруг там что хорошее? Может, в этот домик можно зайти? И зомби там нет. Да вот, по-моему, да как нет, уходят вон двое. Вот я хочу вот вперед, видишь, куда я смотрю? Вот к этим кустикам зайти и посмотреть потом уже, что в этом доме есть. То есть со стороны дороги мы увидим. Опасно туда идти. Ферштейн? Там не а видно. Что делать? Там не видно, есть что-нибудь вообще, нет? Ну иди, я тебя прикрываю. Я проверю тогда. Ты бы как-нибудь поаккуратнее, потому что ты прямо за пригорком будешь, а за пригорком там могут быть куча зомби. Подожди, что-то вижу. Вроде какой-то гараж там слева. Ну крышу я тоже вижу. Там прыгает, отходи назад. Тихо. Не прыгает, а ползет, вернее. Сзади нас, где мы шли, уже три зомбака в нашу сторону идут. Оттуда. Это так, что, он за мной не ползет? Нет, не ползет. Он вообще как-то непонятно, куда он ползет. Это у тебя кошка там орет? Да, кот у меня орет. Ты думал, здесь кот? Я думал, мой может. Так, что делаем-то? Нет, все, он ушел. Блин, а, давай, знаю. Подожди, я хочу посмотреть, что в этом доме. Нет, смотри, что делает. Он развернулся на 90 градусов и пополз теперь сюда. Он что, в змейку, что ли, играет? Ползет, блин. Ползет аккуратненько, гад. У него панамка такая красная. Модник. И он опять мне прям в душу смотрит. Те все в душу смотрят. Да что-то они какие-то, блин, опасные. Ой, господи, надо прилечь. Ой, надо прилечь.
Дрон-то не страшный. Вот меня беспокоит, что мы за тылами вообще не смотрим, а там у нас уже Сзади. четверо. Но они пока что на Я большом говорю, что расстоянии. сзади. Они шли потихоньку, помаленьку. Так, я пошел к соседнему. Давай. Похоже, мы по ним и двинемся. Да он с такого расстояния уже не заметит. Так. Блин, укрытие у нас, конечно, офигительное просто. Вообще не говори. Так. Вон там может что-то хорошее быть. Ты видишь, куда я смотрю? Да, вижу, я прям за тобой иду. Но там я вижу прыгунчик один. Вдалеке зомби. Блин, жатва-то сама себя не найдет. Ну да, ну вот впереди, что за ангарчик маленький? Вон где зомби прыгает. Думаешь, там есть еда? Я не уверен. Кроме того, я вижу раз. Нет, одного еще вижу вдалеке. Я, честно говоря, не уверен в том, что мы поступаем правильно, но тем не менее, припасы искать-то надо. Да, давай пока вот к этому кусту. Ты знаешь что, ты отступи-ка назад. Я сейчас проверю Ли Энфилд. То есть я его сниму и посмотрю, сколько народу побежит на меня. Если что, их в одиночку отстреляю, а ты там никак. Ну блин, ну ты что ты прям тебе, блин, Ли Энфилда надо проверять все время. Какое-нибудь оружие все не возьмет, все время его надо проверить, блин. А потом 30 тысяч зомби на нас бегут толпой. Не, ну просто нам помогло, если бы вот этот ну, зомби проверяй, был че. Мертв. Но сейчас уже, не знаю. Лег. Бежит. Ох, она громкая. Ой, двое бегут. Ёлы-палы. Справа еще. Ну их всего так. Двое. Ну ладно, бинты у меня есть, я отобьюсь. Ой, их уже трое. Да, блин, ваша анимация. Тебе бы бинт. Да-да, сейчас я сзади еще один. Сзади. Так, я пошел перевязываться, короче. Еще один ползет. Так, прикрывайте меня. Ну ползет-то это ладно. Короче, Ли Энфилд, надо сказать, достаточно такое громкое оружие. Громкий. Так, я более. Блин. Налево повернись. И я, сними. Я. Сейчас я Макаров возьму. Давай, там еще один ползет. Нет, это охрень, какая громкая пушка. Твою мать. Он мне кость сломал. Это, по-моему, была не самая хорошая идея. Да, назад повернись. Сдох, нет, блин. А, это ты бежишь. Так, мне нужен да, морфин. Я сейчас, блин, натурально кони двину. Я больше ничего не хочу. У меня вообще ничего такого нет. Ой, блин. Я тебе говорил, но ты ж меня не слушаешь. Так, кровь у меня... О, магазин у него, прикинь, для снайперки лежит. Ну, отлично. Так, меня круто. Перетрахивает всего. Ладно. Ну, мы, конечно, припас... Теперь ты знаешь, что такое крутящаяся камера. Стальной болт у него лежит здесь. Тебе нужен стальной болт? Куда мне его девать-то? Так, ну, я возьму, что, если вдруг найдем... Все равно у меня место есть пока арбалет. Свободно. Но. Да. Так, да, меня всего перетряхивает. Сейчас. Ну блин, это было. Это было херово. Это было тупо. Как говорится, век живи, век учись, и больше я учиться не хочу. Да. Так, меня всего. Ну, единственный плюс от этого, что обойму для снайперки мы нашли. Так, ну что, теперь пойдем смотреть. Тебе бандаж нужен, нет? Чуть попозже. Теперь ты хромаешь. Да я уже всю серию хромаю. Короче, ну, теперь тут можно точно уж посмотреть. Никого не должно быть. Нужно быстро, пока да. По новой не появились, вдруг это респаунится. Вот давай. Вот.
Так, мы сюда просто так ходили, короче говоря, тут ничего нет. Здесь ни хрена нет. Пошли тогда в тот домик. Какой домик? Я уже боюсь. Ну вот, который был на горе. Так, подожди. А, нет, показалось. На горе? Да. Ну, пойдем. Я думаю, что все, кто там были, уже забежались к тебе, и ты с ними пострелялся. Да нет. Выхода-то у нас все равно нет. Я вижу там один спереди. Может быть, колонку найдем. Да где? Ну там прямо на дороге ходит он. Не видишь, что ли его? У меня по радару справа от нас кто-то есть. Да, справа есть. Причем достаточно близко. Двое. А, вон, да, впереди один ходит. Ой, там еще и ползает один. Я уже не хочу туда. Так, ладно. Блин, что делать-то, куда идти? Ну, я так понимаю, там что далеки. Пожрать нам не судьба сегодня. Что-то мне как-то так... Да. Ой, блин, прямо перед нами зомби. Сзади тебя. Ложись, куда ты идешь? Сзади тебя зомби. Ты на месте стоишь, да? Я на месте стою, нет сзади меня никого. Ой, они все сюда сходят. Пошли в лес, направо, сзади, за мной. Сзади, говорит, нет никого. Так, ладно, валим. Так, слева. Ну, когда да. Я тебе говорю... Ты тут, по-моему, всю местную зомби-тусовку уже сюда пригласил. С моими выстрелами. Блин, это, по-моему, самая неудачная моя затея была за всю серию. Ну, я думал, что он будет потише. Но, блин, оно грохочет, по-моему, как вот это снайперское. Так что... Ну вот я когда с него стрелял до нового патча, он реально был тихим. То есть не таким громким, как снайперка. И чуть-чуть погромче, чем Макаров. Но ну, сейчас что-то они накрутили опять. Блин, надо было... Зато патронов сделать. Много. Ну патронов-то да, но... И, кстати, патроны убойные. Я хочу, чтобы они допилили нормальную анимацию бега у зомби, потому что вот я вот когда с ним воевал, да. Натурально хрен попадешь. Это рваная анимация, это вот, больше всего убивают не сами зомби, а их анимация. Так, мы вообще знаем, куда мы идем по этому лесу, нет? Ну я иду за тобой, ты у нас в роли Сусанина уже третью серию, поэтому... Ну, по дороге-то в принципе все правильно, мы держимся нужного нам направления. Здесь на одной из горок, на... Должна быть крепость, ну вот где-то в этой области. Угу. Или что-то типа того. Ну-ка вон там, вон, наверх посмотри, там что-то вроде есть. Ты лучше это сам камень. Просмотри, потому что меня так трясет, что я ни хрена не увижу. А, у тебя же сейчас еще экран весь, да, дырвет? Я адреналина хапнул, у меня сейчас от адреналина трясет по полной. И эта тряска еще будет, наверное, до конца серии идти, если не дольше. Это плохо. Да, это в принципе терпимо, главный персонаж живой. Меня больше беспокоит, что у меня морфия больше нет. И поэтому я теперь уже боюсь как-то вот вылазки, как мы ходили к ангару. Это уже может быть опасно, потому что раньше да. Я знал, что после того, как я их это всех перебью, я мог перевязаться, подлечиться. Хотя у тебя морфий есть? У тебя, я думаю, тоже не хватает? Нету. У меня же все. А, у тебя уплыло все. Припасы, которые были. Уплыло все. Это печально, да. Ну, короче говоря, нам нужно где-то... Все равно придется лезть, все равно придется, как говорится, крокодилу в голову да. Пасть сувать, потому что, блин, ну мы без припасов сдохнем. Голод убьет или жажда убьет. Жизнь заставит. Но... Сколько у меня патронов-то на Макарыч? 2 патрона? Штяк. Может, у меня еще патрончик в этом? О, кто-то в стиме проснулся. Так, подожди. Что-то уже успел убежать. Жду. Короче, это... Слева есть кто-то, что ли? Нет, оказалось. Короче, у меня 2 патрона на Макарыч. Винчестер. Но зато, в принципе, мне можно будет забегать в тот же ангар, скажем. Ой, ангар. Почему я ангар все время называю? Ламбар. Если они заметили, просто браться наверху и с Ленфилда там легко их будет перебить. Хоть их даже штук 30 будет. Угу.
Патроны, правда, силы дают, но перебить чисто можно. Мы ниже спускаемся или куда вообще? Нет, мы пока идем, будем вдоль идти. Нам спускаться пока не надо. Просто мы что-то резко так направо повернули. Я так примерно... Под углом 90 градусов. Я так примерно идем. Просто... Ну да. Я просто хотел сверху здесь, мы сейчас к краю горы это подойдем и сверху осмотрим всю территорию и сможем видеть твою вышку, наверное. Да не думаю. Если она будет в зоне видимости. Хотя у меня вообще везде вдали все белое. Я Гамма уже не уверен, что нам нужно вот прямо сейчас к этой вышке идти, потому что на этой вышке нифига нет. Говорят, что там поговаривают, есть этот рация, которая передает сигнал бедствия как раз. Она в груди сожженных тел лежит. Но больше там я ничего не находил. Ну, то есть я и это не находил. Про это ты слышал? Ну, я там был, по крайней мере. Я просто не обыскивал, я же не знал, что там такое может быть. Ага. Так. Ты где, братюня? Ну, потихонечку идем, двигаемся. Я тебя потерял. Так, справа. Справа амбар. Я генератор случайных амбаров. Ты... Я не знаю, я тебя спрашиваю уже, где ты? А где ты находишься? Куда ты успел убежать? Я вперед иду по горочке. Иду назад к тебе. Ты в том же направлении двигался, куда... Блин, с этой тряской, конечно, легко потерять. Я уже спустился немножко по горке. Я сзади тебя, все, я сзади тебя. Стой на месте. Вижу. Справа от нас внизу ангар. Амбар. И у меня желтый значок. Амбар, блин, все, ты меня научил плохому. Амбар, говоришь? Это который с двумя входами? Амбар, да. Который с двумя входами. Значит, хорошо. Это не тот самый, в котором мы были? Да нет, мы не могли сюда прийти. Нет, это точно не он. Так, тут я спасибо, вижу... что ты мне доверяешь. Я уже вижу, там на полу консерва лежит. Но вот полная она или пустая. Я там зомби ни одного не вижу. Вот по-моему, здесь вообще хороший. Никого нет. То есть из зомбаков. А? Вот она где, жопа-то, блин. Вон двое уже. Один где друга ползет. Но они довольно-таки далеко. Так что ты поправо обойди и обойди справа. А я, как всегда. Так, ладно, я пошел. Со снайперкой посижу, послежу. Давай. Ой, с богом, хоть поудобнее сесть. Так, я ложусь. А то мало ли. Ногу еще прострелю. Блин, кому-нибудь. Персонаж пить хочет. Сейчас уже туда поднимусь и там попью. Что-то он у меня все, у него жажда. У меня тоже. Надо, кстати, найти водоем какой-нибудь в лесу. Так, что-то я тоже. Сколько по лесу бегали, а водоемы не находили. Да. Да я вообще больше в водоем не полезу. Ну, как-то наполнять. Сзади меня кабан! Кабан! Я развернулся, он прям рядом мимо идет. Да он тебя не будет. Вот это увидишь, это охренеть. Ты, блин, вперед смотри, я слышу тут зомби, мне пофиг на твоего кабана. Да чисто вроде, все чисто. Ну, то есть они слева там ходят, но к тебе не идут. Я их слышу. Это не тот амбар, тут наверх не поднимешься. Они вообще в другую сторону пошли. А? Тут наверх не поднимешься, это не тот амбар. Здесь есть канистра. Да? Да нахрен канистру. А что еще есть? Здесь есть жатва. Здесь есть жатва. Хорошо. Так, здесь есть бобы с мясом. Набирай. Есть фасоль. Ура! Блин, бинты набирай есть. Полные карманы. Сигнальный фаер я не беру. А что еще у нас тут? Мы уже не зря сходили. Бляха, муха, как хорошо-то. Это круто. Блин, рядом какой со мной я хороший сусанин. Да. Прям... И пустые банки. Так, фаеры я, наверное, брать не буду все-таки. Канистру тоже брать не буду. Так, все, я выхожу обратно. Не бери. Они там, нет? Давай. Нету. Прям так. Ко мне обратно проходи. Я пополз.
Сейчас попьем и пожрем. Блин, как мало для счастья нужно. Да. А, 40 минут уже снимаем. Ну, это будет, так я что думаю... где-нибудь на этом можно будет закончить. Ага. Кто-то там в Березину лазит. Я вообще не понимаю прикола. Вот народ в основном держится около берега. Около берега хорошо, конечно. Там с одной стороны мясо, это... с другой стороны проще выжить. Но, блин... Вот да. Тут в глубине, по-моему, самое интересное начинается. Так, слева от нас да. Кто-то, я слышу его. В метрах, наверное, так в 20. Наедине с дикой природой. Так, давай отходим маленько вперед. А, кабан может. То есть назад. Ну да, да. Спереди нам явно делать нечего. Поднимемся на пригорок этот, там никого не может да, быть. Да, вон они уже рядом с амбаром ходят. Блин, ты вовремя свалил. Так, сейчас пожрем. Нет, ну это было круто. Сейчас, Джекушка, пожрем. Давай. Черт, фасоль с бабами моя. Ну ладно. Только чур мы ночью в лагере, это, подальше друг от друга будем спать, окей? Так, фасоль я выложил на землю. Видишь? Давай. Да блин, те же бобы. Ну, так. Вонючая будет ночка. Съесть еду. И надо выпить. Да зачем? Не ешь пока. Нет, не ешь, пока совсем красный не станет. Не. Я давно хотел есть. А, или у тебя вообще все плохо? Нет, у меня с водой все плохо было. Но мне сейчас хотелось сожрать. Вот прям, вот чтобы было такое успешное завершение серии, теперь мне стало получше вообще. У меня даже цвета начинают возвращаться. Короче говоря, кстати, где кабан был? Круто. Кабана нужно... у нас ножа. Представляешь, я сижу. Просматриваю тебя, начинаю справа смотреть, и он прям рядом со мной мимо такой проходит. Блин, это было круто. Если бы у нас был нож и спички, мы могли бы его разрезать и пожарить, и потом, короче, в итоге вот это... И поджечь. Оно дофига крови восстанавливает. Так, короче говоря, ладно, на этом, наверное, мы закончим эту серию. В этой серии меня неплохо поломали, меня до сих пор трясет. Ну, как бы там ни было, увидимся завтра. С вами были Артур и Джек Шепард. Скажи пока, прощайте и до свидания там. Пока, друзья. Оставайтесь с нами. Да, и в принципе продолжим завтра. Будем двигаться дальше вглубь территории. Всего хорошего, пока.